11 июня работники легкой текстильной промышленности отметили свой профессиональный праздник. Коллектив чулочно-носочной фабрики «Гамма» принимал поздравления от своего директора. Праздник начался с вынужденных каникул, они продлятся 3 недели. Простой является сезонным и бывает на фабрике каждый год. Напомним, «Гамма», которая уже больше 80 лет, известна на всю Россию. Мы торгуем везде, от Калининграда до Владивостока, и в Крыму торгуем. Единственные, кстати, в России, из российских поставщиков, там работаем. Трем сотрудникам Орловской фабрики было присвоено звание заслуженного работника легкой промышленности. Остальные получили грамоты от Министерства промышленности и торговли.